Так, мы возвращаем. А, возвращаем. Да. Ну, конечно, в этом же как бы есть цимес. Да. Так, да, белый – это белый. Свободный вопрос. Это, вот это белый, да? Да, это свободный вопрос. Свободный вопрос. Да, это я вам задам. А, вопрос. Провокационный, задайте в стиле красный. Ну а что провокационно? Я не знаю, ведь каждый по-своему понимает. Вы знаете, вот раньше провокационно это все было, допустим, про, ну как вот там, про партнеров. Да, кто про партнеров? Сейчас, да, сейчас про власть и про Украину. Поэтому мне просто не хочется уже по этому пути. Наш, да, прекрасный разговор. Да, вы расскажите мне вот, про... Есть такой вопрос, он в этой обойме. Сейчас я его задам. Какое ваше первое было свидание? Вы помните? Помню. Помню, да. Это было в... Не Арина ли случайно звали ту девочку? Нет, 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 нет. Ее звали Аня. Она есть, была и будет цвета молочного шоколада. Так, интересно. Родилась она в 81-м году. Угу. Была моя одноклассница. Папу она не знала, маму она... Знакомилась во время Олимпиады. Она была очень такой творческой, прекрасной моей одноклассницей, моей подружкой. Потом уже, а тогда, когда вот это было первое свидание, я помню на уроке, по-моему, это была физра или ритмика, какая-то фигня в актовом зале. У нас был такой чудовищный педагог с таким, с такой резинкой, который позже заднего места мог, вот, если ты что-то не делаешь правильно, он так приходил и тебя бил этой штукой. Я помню, что типа перед тем, как мы переодевались на этот занятие, говорю, слушай, давай свалим, спрячемся. И мы тогда рядом с Московской государственной академией хореографии на Хроминской улице, там была какая-то территория, где были бункера для учения ОБЖ. Вот эти вот такие... Ну, тут страшное дело, фильм ужасов. И мы свалили из школы, благо это через дорогу, перейти нужно было туда, ели какие-то пирожные, это было мое первое свидание. И я помню, когда она сказала, что ты, нет, я никуда не пойду. Я говорю, пойдем, пожалуйста, тебе будет очень хорошо со мной. Ей было действительно хорошо, потому что это было первое наше свидание. Я надеюсь, что зрителям тоже было очень хорошо. Я надеюсь, она сейчас это услышала. Это такая прекрасная история, что третий вопрос я, мы ломаем традиции, задавать не буду. Я дарю вам книжку «24 кадра правды» про кино. Спасибо, я ее сегодня уже листал, очень интересная книжка. С вашими коллегами, киношниками. И огромное вам спасибо вот за последнюю историю, особенно за беседу. И особенно за пиар. Спасибо Кота. Огромное. Удачи вашей программе. Вы просто класс. Спасибо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.